Next step. Yeah. Next game, next step. Що, ребята? Чао. Розхлопується. Присунут просто. Немецкой машине. Иранской самодельной членобомбой. Поверьте мне, ребят. Это же совсем немецкая машина. Не за ты своего опыта вам говорю, что... Немецкая гробовозка. Первые две игры были просто слепы вчистую, но на лаке тут такое вылазило. Ромашка, правда, конечно, болеет за Шиле, потому что он гор. Это нормальные настоящие пацаны, они фанатеют за Иран. Потому что просто надо фанатить за Иран. Поехали. Снова Шива играет в оранжевом, видимо. Хорошо, что это его любимый цвет, любимый размер. Золотой чемпионский цвет. Голубого ему сейчас насуют, я отвечаю по самое не могу. У нас первый матч в день, да? По погоде, по времени суток, скажем. На вес. И? На вес. Чё, ничего, тут чуть-чуть осталось, да, гол у нас. Всё, опять заскакиваю. О, смотри. Особо. А, из Мексики? Да. Но это не лучшее тимлидершип. Это... Бош! Это 2-0. Домой! И попахивает ГГшкой. Шиви никак не может собраться, ничего не может делать. Ребятки, это решающая игра, в которой оранжевая Куана Уливает Иран. Вы понимаете? Главное, чтобы Иран досрочно ливанул. Да ничего,
Ливан вообще просто. Ливан, Ливан. Главное, чтобы Ливан не гранул. Пахивает 3-0, кажись. Главное, чтобы Ливан не гранул, понимаешь? Ну, ой-ой-ой-ой. Не-не, абсолютный контроль от иранца есть. Такое ощущение, что они местами шивы поменялись в плане вот, так, эмоциональной подготовки. Да, вот, чтобы я слышал о том, что немцы, они буквально были непробиваемы в плане эмоций. Посмотрите, что творит сейчас шивы. Просто... Было. Ничего не может сделать. На самом деле сейчас при этом тренинге уже можете встать и пойти под футболисты. Я могу наконец-то встать и пойти спокойно поесть. Чтобы меня тут не дергали всякие немецкие товарищи с просьбой потренировать. Не видите, тут вот у нас судья рядом с иранцами, вы сейчас дернулись все мышцы на лице и теле, когда очередная баночка прилетела в ворота сборной Германии. Пенальти? Я переживаю, что сейчас на самом деле, да, что это... Пеночка? Не, ну опасно. Опасно, очень опасно. Смотрим, как бьет Шиве. Кристинка Роналдинг. Блондинка. Бьет и... Ой-ой-ой, это вообще такое английское. Да. На самом деле, это просто... Ну, я его ночью бью штрафные, сегодня вечером. Да, Рома, наверное, не рассказывал. Ну, пока не стоит. Нас просили о том, чтобы потренировать шибы до матча. Да. Но так как мы, на самом деле, просто туристы, сказали, да боже с тобой. Да, судьи не разрешили.